Добрый вечер, уважаемые друзья. Добрый вечер, коллеги-партнеры. Меня зовут Максим Ведро. Я уже 4 года занимаюсь тем, что знакомлю потенциальных инвесторов в технологии SkyWay с информацией о развитии нашего проекта. Сегодня у нас понедельник, 17 часов по московскому времени. Это как раз-таки время встречи и презентации компании SkyWay Capital. Первый вопрос, который традиционно задаю тем, кто присутствует на вебинаре. Хорошо ли меня видно, слышно? Видно ли слайды на экране? И если у вас все в порядке с тем, что я перечислил, поставьте, пожалуйста, плюсики в наших чатах. Чаты, которые находятся непосредственно в комнате Мирополис, и чаты, которые у нас находятся в соцсетях. Как правило, по понедельникам мы проводим презентации, касаемые развития проекта SkyWay Capital для людей, которые впервые получают информацию о возможности стать совладельцем технологии SkyWay, благодаря тому, что можно приобрести какое-либо количество долей, да, и стать инвесторам нашего проекта. Но сейчас я хочу задать простой вопрос. Сейчас скажите, есть ли среди нас те, кто вообще не слышал информацию о развитии нашего проекта, то есть впервые совсем, как скажем так, слепой котенок появился на нашем мероприятии? Если такой человек есть, поставьте цифру 5. Для чего задаю вопрос? Для того, чтобы, скажем так, в каком русле повести нашу сегодняшнюю беседу. Потому что у нас сегодня с вами 1 апреля, как говорят, день дурака, да, то есть там, я не знаю, или день смеха. Вот. И многие, скажем так, фразы, которые произносятся в сегодняшний день, воспринимают с юмором. Кто-то кого-то хочет подколоть и так далее. Вот. Но, тем не менее, мы занимаемся серьезным делом, у нас сегодня не будет каких-то там шуток и так далее. То есть я смотрю, что тех людей, которые совсем, скажем так, не знают о нашем проекте, в данный момент в комнате нет. Сейчас я посмотрю, есть ли такие в соцсетях. То есть мой коллега сейчас, если что, мне пришлет информацию касаемо того, есть ли ВКонтакте, в Фейсбуке, либо на Ютубе для нас, тех, кто не слышал информацию. Я вам предлагаю, наверное, сделать следующее. Друзья, давайте мы, может быть, скажем так, сегодняшней формы нашей встречи выберем беседу о том, что произошло за этот первый квартал 2019 года. Да? То есть мы с вами находимся, наверное, на важном моменте реализации нашей технологии. Потому что то, что мы долго ждали, скажем так, на протяжении всего прошлого года и информацию, которую мы получили в октябре, касаемо развития нашего не только на территории Республики Беларусь, но и на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Вот. Но, наверное, за это время, да, за 3 месяца Нового года, в принципе, получился достаточно большой объем информации, новостей. Состоялось крупное мероприятие на территории Объединенных Арабских Эмиратов, где была продемонстрирована наша технология с большим успехом. Да. То есть был еще репортаж непосредственно со строительства инновационного центра в Шарджа. Там, где у нас строится, скажем так, инновационный центр, который станет центром на Ближнем Востоке, на территории Аравийского полуострова, скажем так, и благодаря тем решениям, которые будут продемонстрированы в инновационном центре в Шарже, как раз-таки будут получаться заказы, вплоть до государственных заказов, целого ряда государств, непосредственно Аравийского полуострова, Объединенных Арабских Эмиратов, да, то есть это и строительство в будущем, создание городского транспорта SkyPods, который... на которые обратили внимание на территории мероприятия в Дубае, непосредственно, скажем так, руководитель Дубая, да, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министр страны, то есть назвал нас в том числе как частью стратегии, транспортной стратегии развития Эмирата Дубая и города, да, на 2019 год. Что еще хотелось бы отметить, да, то есть, в принципе, если вы внимательно следили за новостями, наверняка обратили внимание на то, что продолжает, скажем так, развитие наш проект на территории Республики Беларусь, и по большому-то счету все равно, возвращаясь к тем новостям, которые мы слышали из Объединенных Арабских Эмиратов, да, то есть это, по сути дела, второй центр, где мы сегодня развиваемся, где у нас идет строительство активно, вот. Центром всего по-прежнему остается Беларусь. Вот кто из вас помнит, скажем так, 2014 год, да, и когда мы стартовали, привлекая первые инвестиции, целью было построить, как мы тогда говорили, полигон, либо тестовый участок на территории, как потом выяснилось, Республики Беларусь, потому что в 2014 году мы не знали, где у нас будет осуществляться строительство. Да? Вот. Поэтому все-таки по-прежнему, да, то есть Республика Беларусь остается для нас, ну, как сказать, альма-матер нашей технологии. Почему? Потому что именно сегодня там находится, скажем так, по сути дела, практически законченное строительство, испытательный полигон, центр сертификации, демонстрации SkyWay, на территории которого у нас построено сегодня 5 типов трасс, и сейчас строится 6-я трасса, как это было заявлено, да, и в первую очередь ее предназначение будет для того, чтобы можно было тестировать новую линейку подвижного состава,
создаваемого специально для Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас работа в этом ведется очень активно. Вы знаете, что тропический юникар, юникар в тропическом исполнении, скажем так, более VIP-комплектация, да, поступил на территорию экотехнопарка, где, скажем так, были осуществлены совсем недавно первые прокаты, первые обкатки, первые испытания с целью выявить какие-то изъяны, доработать их снова на производстве и потом уже, скажем так, испытать его еще на целом ряде виде путевой структуры, там, на подвесной и так далее, и так далее. То есть работа в этом ведется, в этом направлении ведется. И, как вы помните, было заявлено, что для центров шаржа будет создано, если не ошибаюсь, 7 видов подвижного состава, 7 единиц подвижного состава, разной, скажем так, грузоподъемностью, разной вместимостью пассажиров. То есть там будут и четырехместные юникары, будут, скажем так, транспортные средства большей вместимости. Все мы это ожидаем как раз-таки в 2019 году. Что еще хотелось бы отметить, да, то есть, в принципе, на этой неделе, я думаю, многие из вас следили за вебинарами того же Владимира Маслова, Алексея Суходоева, они говорили, что они ездили на этой неделе, на прошлой, на предстоящей неделе, на совещание, которое проходило в городе Минске, где генеральный конструктор, ну, наверное, осуществлял разбор полетов, скажем так, да, то есть все то, что положительно было наработано до этого момента, ну, и, скажем, ничего не бывает в этой жизни только белого, да, иногда вкрапляются черные единицы. Тот-то из вас сталкивался с информацией, скажем, о китайско-тибетской медицине, либо там восточной медицине, зная значок Монада, да, то есть там, где белая часть, там есть точка черная и наоборот. То есть был сделан акцент вот на чем. Действительно, и Алексей Суходой вспоминал, Владимир Маслов об этом говорил, да, что когда люди сталкиваются с информацией касаемо развития нашей технологии, первое, на что у них, скажем так, в голове возникает какое-то решение, это как можно данную технологию применить в том регионе, в котором человек живет. И достаточно большое количество людей за эти 4 с лишним года, то, что я провожу мероприятие, задавали вопрос, а как нам построить SkyWay у нас, к кому обратиться, вот у нас есть потенциальный адресный проект и прочее, прочее, прочее. Вот. Большое внимание было уделено данной информации на совещании генерального конструктора, где было сказано, что, друзья, вот кесарю кесарево, да, и так далее. То есть технологии должны заниматься кто? Вот как вы считаете? Вот. Поставьте циферку 5, если вы считаете так же, как и я, что технологии должны развивать профессионалы. То есть те люди, которые работали там не один год, например, в той же транспортной отрасли, да, те же конструкторы, инженеры и так далее, и так далее. Те люди, которые были взяты на работу в наше конструкторское бюро, да, и их задача как раз-таки создавать тот самый транспорт, о котором мы с вами говорим. Это у которого по сравнению, скажем так, с теми транспортными системами, которые мы используем, целый ряд показателей в разы лучше, да, то есть это и комфортный, и гораздо более дешевый при строительстве и эксплуатации данного транспорта, это скоростные показатели, да, то есть это низкий уровень вибрации, низкий уровень шума и так далее, да, то есть по сути дела специалисты, которые у нас сегодня работают в Минске, а те, мы часто на вебинарах говорим, то, что в 2014 году, когда стартовал наш проект, когда, скажем так, в мае проходила конференция в Минске, сотрудников в КБ, сотрудников инженеров, конструкторов фактически не было никого, кроме генерального конструктора Анатолия Эдуардовича Минского. Сегодня это более 800 специалистов, работающих в разном направлении. Если внимательно следить за новостями, периодически появляются новости, рассказывающие, скажем так, в тематике, в рубрике. Как вы знаете, помните, были книжки ЖЗЛ, да, то есть «Жизнь замечательных людей». У нас же это называется «Наши люди SkyWay». Да? И рассказывается о различных отделах, которые являются частью нашего проекта. В основном рассказ идет о сотрудниках Минского подразделения, да, то есть, по сути дела, там, где у нас сегодня находятся основные производственные площади, там, где у нас находятся основные офисные помещения. Вы знаете, что у нас есть свой собственный офис четырехэтажный в промышленном районе города Минска, недалеко от тракторного завода, от метро тракторный завод, я там был пару-тройку раз, где-то 3-4 минуты. Так вот у нас, скажем так, есть, начиная от конструкторского бюро, которое занимается непосредственно вопросами, например, путевой структуры, вы наверняка смотрели или читали интервью с управлением интеллектуальных систем. Да? То есть это люди, профессионалы, это люди, которые работают в сфере искусственного интеллекта, да? Это люди, которые работают со сложными программами, используют уже готовые, сами что-то создают. И их работа связана с автоматизация управления, безопасности транспортных средств, да, которые будут перемещаться в движении. Их работа связана с машинным зрением и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот буквально, я думаю, где-то год-полтора назад данного управления не было вообще. То есть к чему я говорю? К тому, что наш проект продолжает развиваться, наш проект развивается, как мы говорим, семимильными шагами. Действительно, если посмотреть на 4 года назад, отлистать, я знаю, что огромное количество людей, приходящих на вебинары, либо
звонящих нам сюда в отдел информационной поддержки, задаются вопросом, да, вот я там инвестировал деньги тогда-то, когда будет прибыль и прочее, прочее, прочее. Но вот далеко не все осознают тот момент, то, что мы имеем дело действительно со сложной инфраструктурной технологией, да, то есть технологией, которая рождается заново. У нас как бы зацепиться за что-то, что мы могли бы использовать, да, в основе нашей технологии, наверное, нет, потому что у нас инновационные транспортные средства, инновационно-путевая структура. И, по сути дела, вся архитектура, которая будет использоваться в реализации нашей технологии, то есть это все необходимые те здания, о которых мы говорим, здания вокзалов, здания пересадочных пунктов, погрузочно-разгрузочные терминалы, потому что мы имеем огромный транспортный сегмент, это грузовой сегмент транспортного рынка, да, и когда мы запускались, опять же, если мы возвращаемся к старту нашего проекта в 2014 году, тогда просто речь шла о городском, грузовом и высокоскоростном транспорте, да, то есть, в принципе, были старые ролики, были ролики, которые демонстрировали, скажем так, 3D-анимацию, транспортные средства, которые относятся к разным сегментам. Сейчас же у нас получается, что каждый сегмент начинает разбиваться на более мелкие сегменты. И сегодня, вы знаете, у нас с вами есть несколько видов, да, транспортных средств, которые мы уже сегодня имеем. То, что вот я говорил, что из себя представляет технология SkyWay. Действительно, инновационная путевая структура, которая поднята над землей. Да, вы знаете, что у нас транспорт эстакадного типа. У него очень высокие показатели по безопасности. И помните, мы всегда акцентируем внимание на том, что самый важный пункт – это разведение транспортных и пассажирских потоков. То есть, по сути дела, у нас люди не будут пересекаться с транспортными средствами, соответственно, мы избежим огромного количества аварий и катастроф, которые происходят, к сожалению, в разных уголках земного шара каждый день. Миллионы людей погибают, в десятки раз большее количество людей становятся инвалидами. То есть, действительно, инновационная путевая структура, которая поднята над землей, материалов на создание данной структуры уходит значительно меньше, чем, например, на строительство железных дорог, высокоскоростных железнодорожных магистралей, автомобильных дорог и так далее, и так далее. Подвижной состав, который создается полностью, скажем так, с нуля на территории наших КВ, вот это транспортные средства, которые могут в городском сегменте перемещаться со скоростью до 150 км в час, ну, по мере необходимости, да. В сравнении, любой городской транспорт, который мы с вами используем сегодня, который перемещается по поверхности земли, он перемещается со скоростью в среднем, в лучшем случае, это там 20 км в час. Метро в Москве ходит со скоростью 40 км в час. И, конечно же, инфраструктура, да, то есть то, что я говорил, это здание погрузочно-разгрузочных терминалов, это пересадочные станции, здания вокзалов. И что хотелось бы отметить, вот то, что я говорил, да, рождается целый ряд сегментов внутри уже направления развития транспортной отрасли, да, вот грузовой, городской и высокоскоростной. У нас есть несколько видов транспортных средств, начиная, скажем так, от 40 с лишним вместимости уже создано транспортные средства городского транспорта, да, до юнивинда, например, двухместное легкое транспортное средство, которое призвано решить вопросы, например, малозаселенных населенных пунктов. Да, то есть это транспортное плечо там в пригород, где-то расстояние там 10, 15, 20 километров. Вот. Далее у нас есть пока решение, да, то есть это вы знаете, что начиная где-то с 2016 года стало активно сначала, скажем так, обсуждаться, а сейчас вестись активная работа в направлении создания транспортных средств для обслуживания портов. Да, и в первую очередь это те самые юниконты. И эти юниконты, как было сказано у вас на экофестивале 2018 года, будут представлены как раз-таки в Шарже, в инновационном центре в Шарже, который сейчас у нас строится в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот. Что еще хотелось бы отметить, друзья? То есть, в принципе, за три месяца, которые прошли январь, февраль и март 2019 года, наконец-то, да, утолили свое любопытство те люди, которые нам часто задавали вопросы касаемо акции реинвестирования и выкупа. Кстати, есть ли среди вас те, которые обменяли какое-то количество долей на токены SkyWay? Да? То есть, если есть такие, просто поставьте цифру 1. То есть, и как раз-таки речь шла и вчера на конференции, точнее, на семинаре в Москве, и на встрече членов общего управления SkyWay с Анатолием Дарчевым Юницким о развитии блокчейн-платформы SkyWay. И было сказано, что в планах, скажем так, компании в ближайшее время, где-то в обозримом будущем, 25-30 дней, уже выдать, скажем так, информацию касаемо развития блокчейн-платформы. И те из вас, кто, опять же, внимательно следит за новостями, в конце прошлой недели
Большое количество наших инвесторов были обрадованы тем, что еще 50, руководство компании приняло решение еще 50 тысяч человек подключить к акции реинвестирования и выкуп. То есть еще 50 тысяч человек получило возможность обменять до 100 тысяч долей на токены SkyWay. То есть и вот направление, опять же, токенов компания приняла решение достаточно давно, вот это еще с лета, да, мы получили информацию. То есть ведется активная работа в разработке своей собственной блокчейн-платформы. То есть как это будет выглядеть, белая бумага, которая, скажем так, ну, если я сейчас скажу почти готова, да, вы сейчас понесете это по чатам, но в течение, возможно, месяца ближайшего, да, мы получим на руки белую бумагу, либо one paper, то есть это, скажем так, краткое описание проекта и так далее, то есть там будет заложена идея развития вообще блокчейн-платформы нашей компании. Поэтому я считаю, это тоже радостная весть, потому что у нас есть какое-то количество инвесторов, которые, скажем так, все в своей жизни поставили на развитие цифровой экономики, на цифру там, и так далее, и так далее. Может быть, это и хорошо, потому что когда только в жизнь входила в действие акции реинвестирования и выкуп, да, я тогда говорил, наверное, повторюсь сейчас, то есть огромный рынок людей, которые на сегодняшний день принимают участие в различных, скажем так, проектах, связанных с криптовалютой, с какими-то ICO, с токенами и так далее, может быть, большой поток этих людей может быть привлечен в инвестирование, в развитие нашего проекта. Это деньги, это то, что нам сегодня, в принципе, необходимо для чего. Все мы знаем, что мы сегодня находимся на 13-м этапе развития. Да? То есть, и главная цель развития вообще нашего проекта, начиная с 2014 года, это было создание экотехнопарка, как мы говорили, а сейчас, наверное, можно сказать, создание научно-производственной базы, которая у нас все-таки территориально находится в Республике Беларусь, и нам надо завершить создание этого, да, этой базы, это строительство, потому что, смотрите, вот у нас сейчас есть несколько видов транспортных средств, целый ряд из них уже сертифицированы. Но вы понимаете, как только придет, когда, скажем так, появится первый адресный проект, то вот тех же юнибусов, например, городских, да, если это будет заказ на городские юнибусы, понадобится сразу не один десяток. Соответственно, нам нужно завершить строительство, вот, например, нового производственного корпуса, да, который летом 2019 года уже должен приступить к действию. Как раз-таки его ввод в первую очередь связан с тем, что нам нужно уже серийное производство. Да. Соответственно, как было заявлено сотрудниками Республики Беларусь, которые работают в нашем предприятии «Струнные технологии», именно для этого и строится новое производственное здание, чтобы мы, скажем так, уже, ну, где-то не то, что вдохнув спокойно, но тем не менее могли не переживать, что мы можем выпускать серийно какое-то количество тех же юнибусов в месяц. Дальше, скажем так, это будет развиваться еще больше. Ну и по большому счету любые адресные проекты сдаваться на первом этапе в разных уголках земного шара. Большинство, наверное, техники, которая будет туда направляться, тех же юнибусов, тех же, там, я не знаю, юнибайков, то есть на что будет ориентирован проект, они все будут тестироваться на территории Республики Беларусь поначалу, а оттуда разъезжаться в разные уголки земного шара. На что, опять же, хочу обратить внимание, вот, как бы не то чтобы били по рукам, но тем не менее, смотрите, на этом совещании было довольно много времени посвятили тому, что, опять же, что технологии должны развивать профессионалы, да, и задача, по сути дела, партнеров, если он хочет реально, чтобы на территории его города когда-то был реализован какой-то адресный проект с использованием технологий, это сегодня привлечение инвестиций. Привлечение инвестиций, скажем так, для окончательного формирования вот той самой научно-производственной базы в Республике Беларусь в первую очередь. Да. То есть сегодня, я вам говорил, строится шестая трасса, которая, опять же, создается в первую очередь для того, чтобы обкатывать транспортные средства, которые будут уходить у нас за рубеж. Но тем не менее, технология не стоит на месте, я думаю, многие из вас помнят, да, то есть когда мы начинали все это дело развивать, не было ничего, сейчас производственники наши создали собственную линейку двигателей, мотор, колесо и так далее. То есть в процессе разработки новых транспортных средств все то инновационное, что может прийти в сфере, скажем так, использования новых материалов, то есть, возможно, даже где-то отказ от металла и использование там каких-то новых материалов и так далее, так далее. Да? То есть, скажем так, совершенствованная путевой структуры. Вот. Тот же струнный рейс, работа над ним, я думаю, не будет прекращаться ни на один день, и, скажем так, то, что можно будет усовершенствовать, будет усовершенствоваться. Вот. И сегодня действительно очень важно довести до конца то, что мы делаем в Республике Беларусь. Вот экотехнопарк, который вы сейчас видите непосредственно на своих экранах, да, это вот эта картинка, которую мы увидели, наверное, ну да, в 2015 году. Она даже поначалу была проще, вот, и по сути дела, то, что нарисовано на этой картинке в 2015 году, ну, за исключением, может быть, и высоты деревьев, да,
можно назвать, что практически выполнен, потому что у нас здесь есть, вы видите на рисунке, грузовая трасса с погрузочно-разгрузочным терминалом. У нас здесь есть гибкая трасса, да, то есть гибкий рельс высокая. У нас есть легкая трасса и есть ферменная путевая структура. Помимо всего прочего, там, где у нас есть целый ряд деревьев здесь между легкой трассой и ферменной структурой, у нас сейчас там расположена суперлегкая трасса, на которой испытывается юнивинт, вы знаете. Да? И с правой стороны вот трассы, которая у нас ферменная, сейчас строится еще путевая структура, шестая. Какая, в каком виде, я думаю, мы с вами скоро об этом узнаем и увидим. То есть для чего, что, как это будет выглядеть и так далее, и так далее. По крайней мере, арочные промежуточные опоры там уже ставятся. Кстати, нет действительно ни одной похожей трассы. То есть если вот промежуточные опоры, скажем так, для ферменной структуры были в форме буквы H либо буквы N, да, для легкой трассы это были, как говорил Виктор Бабурин, по сути дела, фонарные столбы, наклоненные, да, и на ней размещается наша путевая структура, то сейчас промежуточные опоры, которые делаются под шестую трассу, они, скажем так, полукруглые вверху. Вот это, возможно, как раз-таки ориентир на то, что будет строиться у нас в Объединенных Арабских Эмиратах. А вы видели, скажем так, рисунки, но очень красивые, тех промежуточных опор, которые будут возводиться на территории инновационного центра в Шардже. Что хотелось бы еще отметить? То есть, помимо всего прочего, то, что развивается технология, то, что, скажем так, развивается производство, то, что у нас каждый день набираются специалисты, и коллектив, который работает в Минске, растет. И я вам говорил, что когда-то набирались только инженеры-конструкторы, сейчас уже, скажем так, это и архитекторы, это люди, которые работают в направлении управления финансами, там, экономисты и так далее, и так далее. То есть, спектр специальностей, которые будут востребованы в предприятии струнной технологии, в предприятии, скажем так, в группу компаний SkyWay, этих людей все будет больше, больше и больше. Да, потому что мы, скажем так, все ближе подходим к ситуации монетизации технологий. Нам нужны грамотные финансисты, экономисты, люди, работающие там на биржах и так далее, так далее, так далее. То есть я думаю, что количество людей этого направления тоже будет увеличиваться. Ну и помимо всего прочего, все равно количество рабочих рук в плане того, что инженеров, конструкторов и просто людей, которые монтажников, которые будут реализовывать непосредственно технологии, их тоже будет становиться больше, потому что, как я говорил, наша цель – это серийное производство транспортных средств, это, скажем так, серийный выпуск элементов путевой структуры и так далее, так далее, так далее. На что хотелось бы еще обратить внимание, то что за 3 месяца, которые прошли с Нового года, периодически на территории экотехнопарка нашего конструкторского бюро появляются, опять же, представители разных уголков Земли. Это и Южная Америка, вы знаете, представители Чили были, да, это и Солнечная Грузия, вот, с менеджерами, работающими непосредственно в управлении железных дорог Грузии, да, это совсем недавно делегация Малайзии. То есть приехало несколько человек, которые были удивлены тем, и сказали, что, друзья, как-то так, как долго данная технология пряталась от глаз, и данная технология очень востребована в государстве Малайзия, да, которая тоже, скажем так, одна из активно развивающихся экономик, и чем еще отличается государство Малайзия? Тем, что оно тоже имеет в своем составе достаточно большое количество островов. А вы знаете, что наши как раз-таки технологии позволяют строить путевую структуру, которая может связать между собой большое количество разрозненных островов, соответственно, скажем так, им будут нужны другие виды транспорта, там большое количество катеров, пароходов там, и так далее, так далее, так далее. Ну и, конечно же, очень важным преимуществом нашей технологии является то, что она экологически чистая, то, что она энергоэффективна, да, то есть в пересчете, скажем так, на литры топлива есть транспортные средства, которые затрачивают там на 100 километров пути 1,5 литра там, и более, там 1,5-3 литра бензина в пересчете, да, мы электродвигатели сегодня используем. Вот. Поэтому представители Малайзии восприняли очень позитивную информацию о том, что из себя представляет наша технология. Они посетили экотехнопарк, проехали, скажем так, в юнибусе по подвесной путевой структуре. Они были на производстве, они пообщались со специалистами наших КБ. И у них есть твердая уверенность, что у себя на родине, рассказав о данной технологии, эта информация будет воспринята правильно. И, возможно, в Малайзии тоже зажгут зеленый свет для использования технологии SkyWay. Опять же, представители нашей компании принимали участие в целом ряде мероприятий в разных уголках земного шара. И вот буквально свежая информация. Это Франция, да, город Рен, где была в течение 3 дней представлена технология SkyWay на форуме, который называется INAO 2019. То есть, опять же, там несколько сотен представителей, которые были на этом форуме с разных уголков земного шара, познакомились непосредственно с тем, что из себя представляет наша технология. И опять это
еще, скажем так, определенный объем работы проделан для того, чтобы популяризировать нашу технологию и увеличивать вероятность использования ее, ну, например, на европейском, ну, театре военных действий неправильно было сказать, да, на европейском рынке. Вот. Опять же, у нас есть положительные отзывы непосредственно в прессе в Республике Беларусь, не только, да, то есть технология развивается, технология двигается к реализации. Очень важным моментом, наверное, в развитии нашего проекта за последние 3 месяца, я считаю, все-таки выпуск ролика, который рассказывал о том, что из себя представляет экономика Skyway. Вот. Поэтому мы двигаемся в выбранном направлении, невзирая, скажем так, на тот пресс, который, в принципе, тоже растет со стороны людей, которые, скажем так, кто-то не разобрался в технологии, кто-то является, ну, явным ее противником и смыслом жизни целого ряда людей является, скажем так, ситуация, когда технология перестанет существовать, и такие люди есть. Вот. Есть те, кто просто, скажем так, не понимает принципов действия, скажем так, технологии, физику процесса и так далее. Одно могу сказать, да, действительно большое количество людей сейчас, ну, где-то, может быть, подвисли в состоянии, что так долго, 4 года вы развиваетесь, и вот до сих пор еще нигде не построились и так далее. Но на что мы говорим? Друзья, у нас есть экотехнопарк, в который можно приехать и убедиться в том, что, скажем так, транспортные средства и транспорт Skyway есть. Да, и ведется очень активная работа над тем, чтобы технология была реализована уже непосредственно по целому адресу, по целому ряду адресных проектов. Да. Как говорит Анатолий Эдуардович Юницкий, что успехи развития технологий на территории Объединенных Арабских Эмиратов – это залог успешного развития в мире в целом. Потому что, скажем так, Эмираты – это та страна, которая привлекает инновации фактически во всех сферах человеческой жизни на территории своего государства. И они тоже, как сказали в нашем лице, это уже исполнительный директор инновационного научно-производственного научно-технического центра в Шарже, да, то есть… Он сказал, что в нашем лице вы увидите надежных партнеров, и мы надеемся на то, что ваша технология будет шагать семимильными шагами, покажет все свои преимущества здесь у нас в Шарже, да, и будет активно развиваться в Эмиратах и не только. Сейчас я вижу, что появляются какие-то вопросы в социальных сетях. Давайте, если есть у вас вопросы какие-то, вы пишите в чате нашего вебинара. Вот некоторые люди, как вытащить свои деньги, задают вопросы. Да? Коллеги, дождитесь, когда можно будет реализовывать долю и... В принципе, вы сможете с того момента и дарить, и продавать, скажем так, частично продавать и так далее, и так далее. Опять же, я сейчас пока не могу сказать, там, утверждать что-либо по работе блокчейн-платформы, да, но как было сказано, что у нас есть большое количество людей, которые ждут, когда же они получат, скажем так, за свои инвестированные средства какие-то деньги, то было высказано предположение еще осенью, пожалуйста, обменивайте на токены и, скажем так, при запуске работы нашей блокчейн-платформы вы сможете свои токены обменять на живые деньги. Дай бог, скажем так, что цена токена будет расти, и вы окажетесь в плюсе. Но опять же, это будет диктовать рынок. Рынок криптовалют, рынок, скажем так, развития криптонаправления в целом, он вот, ну, назвать его, вообще рынок назвать стабильным нельзя. А непосредственно рынок развития криптовалют, его, скажем так, кидает тоже арта в холод на протяжении уже, наверное, последнего, ну, года, наверное, да. То есть... Сейчас биткоин то растет, то падает, появляются новые виды альткоинов, которые тоже начинают расти, потом падать и так далее, и так далее. И вот чтобы, скажем так, не ударить грязь лицом, очень серьезно руководство относится к запуску собственной блокчейн-платформы. Выверить все на 100% нельзя, но тем не менее, скажем так, избежать максимального количества ошибок и каких-то неудач при запуске и руководство компании, специалисты, работающие в этом направлении, очень-очень постараются. У нас есть еще электровелосипеды, электрокары, охранные системы и тому подобное. Да? Почему параллельно небесным дорогам сейчас все это не поставить на промышленный рейс и уже завтра получать прибыль? Ну, смотрите, в принципе, как я понимаю, сейчас действительно очень много времени занимает как у руководства компании, так и специалистов, работающих в ней. Это работы, связанные с Объединенными Арабскими Эмиратами, и работы в экотехнопарке. Строительство, опять же, новых производственных площадей и так далее, и так далее. Ну, у нас еще не такая большая компания, да, чтобы не могли, скажем так, где-то сейчас еще за деньги тех же инвесторов арендовать какие-то производственные площади, начать выпускать велосипеды и так далее, и так далее. Поверьте, если сейчас мы, скажем так, специалистов перенацелим на выпуск велосипедов и электрокаров, да, то кто-то же должен реализовывать основную технологию. Потому что тот же электрокар,
о котором вы говорите, Юнимобиль. Как говорил господин Сенкевич, это руководитель опытного производства, скорее, да, специалисты, которые работали в этом направлении, это делали факультативно. То есть без отрыва от основного производства, скажем так, в свободное время и так далее, и так далее. Основная задача сейчас стоит на реализацию струнного транспорта, поэтому, и я думаю, именно поэтому мы сейчас и начинаем выпускать там велосипеды, электросамокаты и так далее, и так далее. Цена токена первоначально, вот задает вопрос, да, какая цена токена первоначально? Ну, смотрите, вы получаете, это я могу, скажем так, чисто теоретически сейчас подойти к цене токена, да. У нас была акция реинвестирования и выкуп. И первые 5 тысяч человек могли обменять 100 тысяч долей, до 100 тысяч долей, на 1000 долларов США. Соответственно, если вы посчитаете, да, 100 тысяч долей на 1000 долларов, у нас получится одна доля стоит 1 цент. Да? Вот как бы люди продали долю за 1 цент. Хотя многие из них покупали там за доли, там, за десятые, за сотые доли цента. Да? В тот же момент была запущена акция реинвестирования и выкуп, касаемо непосредственно обмена на токены. Вот токенов за 100 тысяч давались 2000 токенов. То есть если сравнивать с обменом на деньги, обменом на токены, то можно предположить, что стоимость токена на данный момент, на момент, скажем так, обмена, составляет, по сути дела, полцента. Правильно? Вот пока такая цена. Что вы скажете насчет того, что Хавратов собрал около 20 миллионов долларов? Все, теперь деньги не упираются, вопрос в ближайшее время. Вы знаете, я, если честно, не могу оперировать цифрами касаемо 20 миллионов долларов, да, то есть мне никто не довел, сколько собрал Андрей Хавратов миллионов долларов. То есть я, не знаю, к счастью, либо к сожалению, не присутствую на мероприятиях, где озвучиваются вот такие цифры, потому что, в принципе, я, скажем так, активно сотрудничаю с проектами компании Skyway Capital, да, мы работаем в тесной связи с представителями Минска касаемо там обмен информацией по технологии и так далее. И вот касаемо 20 миллионов долларов, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. То есть это, наверное, если вы хотите уточнить, собрал ли он такие деньги, лучше задать вопрос на вебинарах компании Skyway Invest Group. Вот. Все теперь в деньги не упирается, вопрос в ближайшее время. Вы знаете, в деньги, наверное, упирается все и всегда. Да? Мы не можем сказать, что у нас сейчас полный дефицит там, денежных средств и так далее, и так далее. Нет. То есть инвестиции идут, проект реализовывается, у нас появляются специалисты, и вы понимаете, что все сотрудники нашего предприятия, например, Республики Беларусь, это те люди, которые получают зарплату. И зарплата идет тоже от денег инвесторов на сегодняшний день. Да? Вот. Поэтому основные деньги, приходящие на реализацию нашего проекта, это по-прежнему, скажем так, привлечение инвестиций посредством краудфандинговых площадок фондов. Вот. Задача, опять же, фонда Skyway Capital на сегодняшний день, это, опять же, в первую очередь, привлечение инвестиций, работа с информацией, предоставление людям возможности через платформу Skyway Capital выбрать удобный пакет долей, который на сегодняшний день человек сам себе выбирает, да, благодаря, скажем так, либо своим каким-то умозаключениям, либо консультации со специалистами информационной поддержки у нас в городе Москве, к которому вы можете обратиться по телефону на сайте. Вот. И благодаря этим деньгам сегодня продолжается финансирование и развитие проекта группы компании Skyway. Вот. И сказать, что не все упирается в деньги, ну да, потому что, как говорил Анатолий Эдуардович Юницкий, что деньги у нас сегодня есть, мы их используем непосредственно на реализацию технологий в Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратах. Вот. Но просто вот опять же, к чему вопрос, что он собрал 20 миллионов и не все упирается в деньги, может вы просто продолжите его? Так, кто-то здесь уже отвечает, да, если больше 100 тысяч долей, то меняется только на 100 тысяч долей. Спасибо, Надежда, что вы рады за. Знаете, вот здесь люди спрашивают, 100 тысяч обменять или можно меньше? Если у вас есть 100 тысяч долей, да, вы будете обменивать все 100 тысяч. Есть люди, у которых, ну, не выкуплены 100 тысяч долей, они, скажем так, попадают еще в эти 50 тысяч человек, но у них их меньше. Соответственно, с коэффициентом, который за 100 тысяч 2 тысячи долей, например, если у вас там 50 тысяч, соответственно, вам будет 1000 токенов. Вымена, если у вас их больше нет. Но такая возможность будет представлена всем. Где можно видеть токены, которые обменяли в кабинете или будет отдельный сайт? Владимир,
Но, как говорилось ранее, создаются блокчейн-платформы и создается личный кабинет на сайте, как нам было сказано сначала, SV-токен, который вы видели, да, там есть информация и так далее. Вот. И к этому сайту будет привязан личный кабинет, в котором вы сможете увидеть, если вы осуществляли обмен долей на токены, свои токены и так далее. Как нам было сказано, в момент запуска блокчейн-платформы каждый, кто обменял доли на токены, получит сообщение от компании, какие действия в дальнейшем нужно предпринять. То есть я так понимаю, какие криптокошельки там должны быть и так далее, и так далее. То есть все это будет рассказано и будет разослана инструкция, что необходимо сделать, чтобы оформить там токены на себя и так далее, и так далее. Сайт, кстати, ссылку я вам сбросил. Я не могу опять утверждать на 100%, но осенью, когда запускался этот проект, было сказано, что на этом сайте будет личный кабинет. У каждого, кто обменял доли на токены. Какие еще есть вопросы, коллеги? Итак, важно из того, что я говорил, в принципе, понять следующее. Смотрите, за 4 года проделан огромный объем работы. Вот. С нуля, да, когда не было ничего, то есть был, скажем так, участок земли перепаханный, бывший танковый полигон. Сегодня мы имеем центр стандартизации, скажем так, и сертификации SkyWay в Марьиной Горке. У нас сегодня создана целая линейка транспортных средств, целый ряд из которых сертифицирован. У нас сегодня 5 образцов путевой структуры, которые мы можем строить, да, возводить в разных уголках земного шара. У нас сегодня ведется строительство на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Там будет строиться инновационный, там строится инновационный центр SkyWay. Да? То есть в компании сегодня, скажем так, уже, наверное, количество людей приближается к 900, и количество специалистов будет расти. Компания находится в стадии активного развития и роста. Вот. И недалек тот час, когда придут те самые авансовые платежи, когда, скажем так, в компании придут первые большие деньги и начнут реализовываться адресные проекты. И вот сейчас действительно очень важный момент. Да, 13-й этап. У нас осталось 14, буквально еще 2 недели назад, там месяц назад люди задавали вопросы. Хорошо, вот мы подходим там к окончанию 15-го этапа. Вот, а что дальше будет делаться? Вот мы сейчас строим там в Объединенных Арабских Эмиратах, а что в Беларуси? Упор, да, мы строимся в Эмиратах, но тем не менее, скажем, развитие нашего проекта в Беларуси никто не отменял. Точнее, скажем так, там нам нужно сейчас и закончить. Развить производство, дойти, скажем так, оформиться, встать на ноги и уже твердо быть уверенным, что мы можем выпускать серийно транспортные средства SkyWay, для того, чтобы они ехали в разные точки земного шара в дальнейшем, да, и использовались по тем адресным проектам, которые будут появляться, да и появляются сейчас в ближайшее время. И как было сказано, что на сегодняшний день адресными проектами будет заниматься только, скажем так, компания, находящаяся в Беларуси, и всем нашим партнерам и инвесторам, ну, как бы в мягкой форме рекомендованного не просто сотрясать воздух, не заниматься тем, в чем вы не профессионалы, да. Хотите помочь проекту, развивайте, скажем так, свой партнерский бизнес, развивайте партнерскую структуру, помогайте нам привлекать инвестиции. Потому что они нужны для чего? Чтобы завершить вот то, что мы сейчас видим на экране, чтобы завершить, скажем так, строительство новых производственных помещений. Вот, чтобы наша компания могла работать четко, планомерно, систематично, без срывов, двигаться к поставленным целям. Ну и, кстати, спасибо всем тем, кто уже стал нашим инвестором, кто уже, скажем так, нас поддержал, начиная с 2014 года. Вот. Скоро, кстати, 5 лет, да, то есть вот январь 2019 года. Прошло 5 лет с того момента, когда пришли первые инвестиции. Я просто для себя сделал небольшую отметку, что в июле месяце, не так долго осталось, 5 лет будет у меня. Я пришел сотрудничать, стал сотрудником компании в июле, 22 июля 2014 года. Итак, коллеги, есть ли еще какие-то вопросы, касаемые информации? Так. Насчет, вот спрашиваю, да, будут ли 14 и 15 этапы дробиться так же, как 13 или нет? Сейчас я не могу ответить, то есть, когда мы подойдем непосредственно к запуску там, окончание 13 этапа перехода на 14, руководство компании посмотрит, будет это или нет. Вот 15 апреля Надежда будет 5 лет, как она стала совладельцем технологии. Да? Спасибо, Татьяна. Ну, как бы так, у нас сегодня больше получилось, наверное, даже не презентация, а беседа. То есть такой небольшой, маленький, точнее, маленькое резюме того, что проделано за 3 месяца 2019 года и, в принципе, в проекте в целом.
Важно понимать следующее, то, что действительно никто не собирается останавливаться, то, что Юницкий сегодня, наверное, как никогда близок к реализации своей технологии за все вот эти 40 лет, там с небольшим, то, что он занимается развитием струнного транспорта, неракетным освоением космоса и так далее, и так далее. То есть, и у него, кстати, вот должен быть юбилей. Я думаю, большинство из вас знают, те, кто давно инвестировал в проект, поэтому следите за информацией. Я думаю, у вас будет возможность поздравить Анатолия Эдуардовича Юницкого. Да, в апреле месяце этого года будет юбилей генерального конструктора и руководителя проекта группы компании Skyway. Вот. Возраст мудрый, возраст, скажем так, такой, который позволяет повернуться назад и оценить все, что было создано, да, но тем не менее с юношеским задором человек продолжает работать в направлении реализации технологий, поэтому дай Бог здоровья. Ну, у нас еще будет время поздравить. Вот. Так что у нас апрель месяц, если вы помните, еще Анатолий Эдуардович, когда в одном из интервью, которое он давал Михаилу Терехову, в апреле все равно что-то покажем в Эмиратах. То есть у нас этот месяц ожидается с большим придыханием. Мы наконец-то в Москве, может, дождемся тепла, потому что сегодня опять все перевалился снег. Вот. Может, весна придет вместе с апрелем. Так. Спасибо вам, Михаил, за то, что вы благодарите. Итак, друзья, в принципе, свои аватарки меняю на это фото, да? Ясно. В принципе, информация сегодня такая, она, скажем так, больше, наверное, размышлений, рассуждений вслух. То есть важно понимать следующее, то, что развитие идет, да? То, что мы близки к тому, чтобы, скажем так, и кто его знает, может, в 2019 году, как мы надеялись, да, вот те самые адресные проекты начнут реализовываться. Поэтому я только за то, чтобы это происходило. Я думаю, что большинство из вас, кто является владельцем пакетов «Дали», тоже всей душой ратует за то, чтобы развитие проектов началось. Вы знаете, вопрос Анатолия Коломейцева, да, что мы можем увидеть в Эмиратах? Давайте дождемся информации от главной компании. Вот я могу одно вам сказать, что, в принципе, я думаю, большое количество эмоций с вами, да, касаемо развития в Эмиратах, мы получим в мае, потому что на май месяц с 8 по 13 число в Объединенных Арабских Эмиратах запланировано обучение, ну, скажем так, лидеров развития бизнеса Skyway Capital, да, и несколько десятков из этих людей, всего там будет 100 с небольшим человек, да, может поехать в Объединенные Арабские Эмираты на это обучение, там, более чем год на, скажем так, волнах Skyway Capital, да. Несколько десятков этих людей будут удостоены возможности посетить инновационный центр Шаржи, где сейчас идет строительство, я думаю, эти люди поделятся с нами всем тем, что они там увидят. Поэтому ждать осталось недолго, но не стоит отбрасывать вероятность того, что на протяжении месяца апреля, возможно, появится какое-то видео, комментарий того, что происходит на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Я там не был, я не люблю что-то придумывать, я не люблю чего-то договаривать своего, навешивать каких-то лишних, там, клубничку на тортик и так далее, и так далее. Вот. И, кстати, вот это совещание, которое было в Республике Беларусь в Зале струнных технологий на прошлой неделе, там наверняка очередной раз подчеркнули и сказали, что, друзья, давайте говорить о том, что есть. То есть давайте не будем выдумывать чего-то, да? Давайте не будем придумывать, скажем так, и добавлять технологии того, что к ней никакого отношения не имеет. Да? Поэтому давайте дождемся информации непосредственно от нашего главного предприятия. Я думаю, если что-то будет показать и рассказать, ну, с удовольствием об этом расскажет и покажет. Итак, коллеги. Лично охрану Юницкого, ну, вы знаете, я могу сказать одно, что на территории экотехнопарка были люди, которые, скажем, были рядом с Анатолием Эдуардовичем Юницким. Если в каждый день какой-то секьюрити, который, скажем так, перемещается на той дальше на Юницкий, ну давайте я этот вопрос попробую уточнить. Может быть, у меня сложится в апреле месяце, скажем, и я смогу попасть в наше предприятие в Республике Беларусь, но пока под вопросом, да, потому что тут у нас намечен целый ряд мероприятий в Москве, и, возможно, понадобятся, скажем так, экспонаты для нашего выставочного стенда.
Все это выяснится в ближайшее время. Ну, я задам вопрос, есть ли, скажем так, личная охрана Анатолия Эдуардовича, то есть ходит ли он каждый день с телохранителем и так далее. Если вам, конечно, это очень интересно. Вот. Знаю, что раньше не было. Итак, друзья, у меня там все. Хочу вас поблагодарить за то, что были сегодня в нашем вебинаре. На следующей неделе будет, опять же, в это же время презентация нашего проекта. Если будут какие-то, как говорится, сногсшибательные новости и так далее, возможно, у нас в это время будет просто какой-то специальный репортаж. Но ориентируемся на презентацию проекта Skyway Capital. Не буду никого, скажем так, завлекать, заманивать, там, притягивать, как некоторые говорят, за уши, либо что-то еще. Но если у вас будут люди заинтересованы в том, чтобы впервые ознакомиться с информацией, приглашайте их на данный вебинар, мы просто поговорим о технологиях, просто поговорим о тех результатах, которые достигли, и, в принципе, что с этим можно сделать. Итак, друзья, спасибо за внимание. Всем отличной недели, всем отличного апреля. Всех сегодня с праздником 1 апреля, днем дурака, как говорят, да, днем смеха. Вот. Ну и желаю вам не быть сильно обманутыми, да, чтобы над вами там сегодня никто не издевался, но тем не менее. Чувство юмора – это хорошее чувство. Смех – это тоже очень здорово, говорят, смех продляет жизнь. Я вам желаю, чтобы у вас было здоровое чувство юмора, и чтобы вы в своей жизни достаточно часто смеялись. Вот чего я вам хочу пожелать. Спасибо, до свидания.